мы подходим к необходимости решения самого главного вопроса, это поднятие пенсий или пенсионных выплат нашим с вами отцам и матерям, дедам, прадедам. Сегодня мы должны встать на дорогу устойчивого подъема этих пенсионных выплат. И послание президента ответило на очень многие вопросы, да на все вопросы, которые были заданы в процессе общественной дискуссии, проходимой на протяжении последних 2 месяцев. Отраден тот факт, что президент отдельно обратил внимание на женщин, сокращены сроки наступления пенсионного возраста от первоначального, введена категория многодетные матери, и матери, имеющие 3 детей, имеют право досрочного выхода на пенсию или получения пенсионных выплат. Матери, имеющие 5 и более детей, на 10 лет, то есть 50 лет, имеют право выхода на пенсию. Как губернатор Ставропольского края, знаете, я услышал решение президента о увеличении страховых выплат на 25%, начиная с 1 января 2019 года для жителей села. Это оценка тяжелого труда жителей села, и это только приветствую. Я сейчас обращаюсь к депутатам Думы Ставропольского края поддержать инициативу партии «Единая Россия» о сохранении региональных льгот и региональных выплат людям, выходящим на пенсию в условиях действующего законодательства, а именно без привязки к началу наступления пенсионного возраста. Это необходимо сделать на этот переходный период. И предлагаю это решение принять уже этой осенью. Я хотел бы, чтобы этой осенью правительство Ставропольского края и уже такое поручение дано мною, Дума Ставропольского края провела работу по индексации выплатам действующим пенсионерам.